Привет, друзья! Вы на канале Принцессы Миланы. Сегодня мы будем распаковывать посылки, которые я наколдую. Ну, примерно, я не знаю, сколько я наколдую. Давайте начнем. А, благодарим, посылки прилетайте! Раз, два, три, четыре. У нас одна посылка что-то улетела за кадр. Все, спасибо. Давайте же начнем открывать. Это вскрытое. Это нам не надо. Значит, мы сегодня открываем три посылки. Давайте же начнем. Что-то там интересное. Что это? Медиатор. Три. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, да, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так. Маловато. Их всего пришло 12 штук, а должно быть 33. Они черного цвета. Это медиатор, чтобы играть так на гитаре. Давайте же отложим их в сторону и откроем следующую посылку. А это же собачка-брелочек на ключи, например. Очень такой классный щенок. Кстати, в этот раз тут есть хвостик. А то я помню, я снимала видео, я не знаю. Там я думала, там есть хвост или нет. Вот так я не знаю. Сейчас есть там хвост или нет до сих пор. Но мы ее разыграем, ту собаку, которая задумчиво думала. Вот такая очень милая собачка и очень красочная будет смотреться на ваших ключах. Давайте же откроем последнюю посылку на сегодня. Пришла, что я заказывала. Наконец-то. Он прилип. Ну, все-таки надо вот там открыть. Сейчас и тут открою. Надо со всех сторон открыть. Все, у меня пакет, чтобы его достать. Вот. Вот такой вопрос. Почему он без глаз? Это Человек-паук без глаз. Это такая липучка, она на стену прилепляется, вот так потом падает, вот так прикольно. Очень классный Спайдермен без глаз. Кстати, у меня на канале идет конкурс. Ссылка на этот конкурс в описании под этим видео. Играйте и выигрывайте. Там будет очень много и интересных призов. Жду ваших поделок на конкурс. Еще раз говорю, ссылка в описании. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ты еще увидишь много интересного. Всем пока.